Не могу не порадоваться за своих животных. Вот я сижу на компьютере, а Муся с Сочи в этой же комнате, ну тихо, под столом. Не мешают маме, да? Послушные животные. Мне всегда же маму дергать. Вот они какие, да? О, вот она как, Сочи. И Мусенька, да? Друженькие мои, животные. Это редко так бывает. Обычно шумят, кричат, ругаются. Маму дергают. Миролюбивое у них содружество. Вчера по-быстрому пошапили. Все Дэниела кроссовки уже сносил, дырявые. Я не знаю, месяц прошел или два. Вот новые купили ему кроссовки. Дорогие не покупаем, но часто меняем. И мне на работе сказали, нам нужно теперь кроссовки, чтобы подошва была специальная, сохраняла от того, чтобы подскользнуться. Слипсы. Ну, цвета только черные, страшные. Ну, вот такая вот подошва должна быть. Как бы мы расписались за это. Видимо, много случаев подскальзывается на кухне и оформляет страшненькие, но должна следовать правилам. Купили вот эти кроссовки тоже. Дэниел снашивает быстро, все время работает. Пальцы вылазят, то пальцы вылазят, то подошва. Так что обувь не дешевая. За две, ну, мы дешевые купили, за две пары $60. 65, по-моему, отдали. Дорогие, не покупаем. Лучше чаще менять свежие. Бегала на улицу. Нос запачкала. Дэниел нос ей почистил. Все уехала. Чистит нос. Она ж ковырялась вчера. Я то, что чистила цветы, она там сейчас дыры роет. Сорняков нет. Now you got her all wound up, okay? I don't do nothing. I don't do nothing. Ready? You love your daddy. You love your daddy. You can tolerate your mommy, right? Yeah. You ready to sleep? Yeah, I'll go to bed. You want to turn light off? Yeah, I'll turn light off. Good night. Night. How you call me usually? My little Russian princess. Oh, okay. But here's my new love. Yeah. Hey. Yeah. This is animal. My new baby. We better start sleep together. Yeah. Again. Where's she gonna sleep at? She sleep on floor. Yeah. Okay. Говорю, мы должны с тобой вместе стать снова спать. You wanna sleep on the floor? Мне не нравится, что собака стала спать с моим мужем. Oh, come here. Не очень что-то мне это нравится. Come here, give daddy a kiss. Come here. Yes, you love your dad. Yes, you do. Okay, I come and sleep tonight. Huh? I come and sleep tonight with you. Where? With you. Where are you gonna sleep? Yeah, for Sochi half space, for me don't half. Get you have spots the big, the... huge bed over there. But I want to sleep with husband. Now, after 5 years, now you want to sleep with husband. After 5 years. Because your knees was problem. Yeah. And then your back was problem, and then you ran out of bed. Выясняем, почему мы спим отдельно. Я говорю, у тебя была операция с коленом. Он говорит, у тебя была проблема со спиной. О, мой бейби, now she wants to play. You gonna go swimming tomorrow again? You gonna go to the park? Turn the camera up, now she's gonna wanna get rough. Вот гуляем мы сегодня. Всем доброе утро. Вчера у нас был ураган с градом. И вот я вам уже показывала, что столбы новые поставили. Я так думаю, что вот сегодня их подсоединяет.
от деревянных столбов к бетонным. Да-да-да, вон там вижу, что делают. Вчера прям первый ураган такой у нас был. Градик такой хороший. Ну вот суетятся, видите, стараются все сделать, чтобы еще, когда ураганы придут, свет не прекращался. Продолжает ремонтировать дом, который уже год пустовал, чтобы продать его. Принадлежит какому-то банку. Вот сосед через дорогу ехал, увидел Сочи. Сейчас побежал ее встречать. Бай-бай! Ну, что в ответ? А в ответ тишина. Сочи. Ну, хоть какой-то звук бы издала, что ли. Полоскалась с хозяином. И дальше. Понять не может, что собака лаяла. Такая вот принцесса она у нас. Вон он, видите, подворачивает к дому. А это наш дом. Иди купайся, Сочи. Давай, прыгай, иди. Купайся. Давай. Go. Let's go. Let's go. Let's go. Go to water. Go swim. Ну чего? Птичек она смотрит. Go swim, baby. Let's go. А, ну боится, наверное, без нас. Подождем. Дэниел придет с работы. Тогда будем купаться, да? Oh, daddy's home. Come on. Вот. Come on back. Встретила она. Дэниел привез тут продуктов, сам с клуба заехал. Сразу на улице ее закрыл. Привет. Вот попросила Сочи корм купить. А он, видите, вот отгоняет свой трак, потому что я на работу раньше его поеду. Приехал с утра, собачку нашу в Сочи закрыли на улице. Соус купил. Что он тут еще? Творог. Вот скажите, два человека, куда столько набираем? Ну, это месяца на два. Ну вот. И черешню купил. Чернику. Не заказывала. Но выгодно брать в этом магазине. How much is that you pay? Oh, 202. $200. Ну, мясо же купил еще. Да. Чикен. Такой довольный. Don't use this. This is for beef stroganoff. Oh, you gonna cooking? When I find recipe proper, yeah. Говорит, не используя это мясо, он без строганова приготовит. И мы снимем. Арбуз я заказала. Ну, курочку мы часто на гриле делаем, поэтому это хорошо. Ну, любимая потейка уже, конечно, картошечка. Daddy buy for you snacky. Да? You looking for? Нас не двое. У нас еще Сочи и Муся. Вот еще один, видите, пришла проверять. Неужели она чувствует, где? Вот это ж ее. Это твое, да? Чувствуешь? Побежала купаться, хочет проверять. Вот наша Сочи только любит вот это, ну, в качестве снака. Не основной еды, конечно. А так вот, вместо куки или еще там что-то дают. Я думала, $10 стоит эта упаковка. Но вот тут посмотрела, $20, оказывается, 19. 98 Begging Train. Ха, дороговато. Ну, балуем. Ничего не скажешь. Балуем. Съела уже, что ли? Все.
Достаточно. Побежали купаться. Быстренько запрыгнула в воду Сочи. Ага. Уже научилась где отдохнуть. Yes, и снова плывет. Yes, you can swim. You're gonna fall off the edge there. Now she's gonna jump. You gonna jump? Come here. Come here. I love how she jumps instead of stepping off the step. Ой, ну пойду я тоже покупаюсь. Yes. Всем хорошего дня. Yes. Пока.